Поистине, мы бедны и несчастны, потому что остаемся далекими от жизни вечной и Царствия Небесного, и не стяжали еще в самих себе Христа. Но мир живет в нас, и мы живем в нем, и мудрствуем о земном. А кто таков, тот явно враг Богу, потому что пристрастие к миру есть вражда к Богу. Преподобный Симеон Новый Богослов.